Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 6030, телефон 2005 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас возьмем под зарядку для кабеля, под наушники и микрофон. Здесь у нас на шнурка разъем, сверху музыкальный динамик. Сверху кнопочка включения, еще один музыкальный динамик. Здесь у нас тоже разъем для шнурка. Сзади у нас логотип Nokia. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Сим-карта вставляется вот так. Открываем вот эту железную штуку. Вставляем сим-карту и закрываем вот так. Так, берем аккумулятор и закрываем все задней крышечкой. Включаем аппарат. Да, вот 4 месяца назад я вот снимал обзор на вот бежевую 6030. Да, вот этот тоже включился. Так, отбой. Установим вот так. По умолчанию. Да, времени дату. Заходим в меню телефона. Первое у нас сообщение. Новое сообщение. Принятые, исходящие, переданные, сохраненные голосовые сообщения, информационные сообщения, сервис команды. Выходим. Звонки, непринятые звонки, принятые звонки, набранные номера, очистить списки вызовов, длительность звонка, счетчик пакетных данных, таймер пакетных подключений. Местоположение. Выходим. Ой, не, зачем я нажал двоечку? Контакты. Имена, настройки, абонент группы, быстрый набор, свои номера, удалить все контакты. Выходим. Настройки, режимы, темы, настройка сигналов, меню быстрого доступа, настройка дисплея, настройки времени и даты, настройка режима звонков, настройки телефона, подключение устройств. Настройки аксессуаров, настройки конфигурации, настройки защиты, восстановить стандартные настройки. Выходим. Галерея. Темы, графика, сигналы, полученные файлы. Выходим. Радио. Подключите аксессуар, точнее наушники. Органайзер. Будильник, календарь, калькулятор. Выходим. Приложение. Приложение игры, приложение коллекция, приложение, что там приложение А? Приложение А, не знаю, что приложение, интернет, домашняя страница, закладки, ссылки, загрузки, последний адрес, сервис, прием, настройки на адрес, очистить кэш, выходим. Способы, голосовые сервисы, медиа, общение, развлечения, викторина, игры, сим-инфо. Выходим. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Nokia 6030. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока, до новых видео и обзоров.